плавить. Плавить – это делать жидким путем нагревания металл, стекло и тому подобное. Плавить свинец. Плавить стекло. В настоящем времени я плавлю. Ты плавишь. Он, она, оно плавит. Вы плавите. Мы плавим. Они плавят. Плавиться. Это возвратный глагол несовершенного вида. Означает переходить в жидкое состояние при нагревании. В микроволновке сыр плавится. Медь плавится при высокой температуре. Выплавить – это плавя изготовить. Выплавить кольцо из золота. Выплавить кружку из алюминия. Заплавить – это заделать, починить, расплавив или растопив края отверстия. Заплавить пластик. Оплавить – это подвергнуть плавке верхний слой, края чего-то. Оплавить ткань, чтобы не расходилась. Оплавиться – это возвратный глагол совершенного вида. Означает подвергнуться плавлению от высокой температуры. Провода оплавились. Пластмасса оплавилась. Переплавить – это превратить изделие из одного в другое путем плавления. Переплавить колокола на пушке.
Переплавить. Это переправить по воде вплавь. Переплавить лес. Расплавить. Это, нагревая, сделать жидким из твердого. Расплавить масло. Расплавить воск. Расплавиться. Это возвратный глагол совершенного вида. Означает стать жидким под действием высокой температуры. Свеча расплавилась. Олово расплавилось. Сплавить. Это соединить посредством плавления. Сплавить алюминий с медью. Сплавить. Это отправить вплавь по течению водоема. Сплавить бревна вниз по реке. Сплавить. Это удалить от себя, избавиться от кого-то, чего-то. Сплавить ненужную работу. Сплавить неугодного жениха. Уплавить. Используется только в разговорном варианте. Означает отвлечься и позволить приготовляемому блюду, обычно жидкому, убежать из кастрюли и пригореть. Я пока болтала с соседкой по телефону, уплавила кашу. Это значит, я отвлеклась на разговор по телефону, и каша убежала. Пока все. Всем спасибо. Жду вас на моей странице на Бусти.